Дорогие водители, вот я уже сколько тут? Сумма-суммарно где-то 10 часов проехал. И хочу рассказать про эко-вождение и эко-лигу, свое впечатление. Но хочу начать с того, что эко-лига, эко-бал, это создано не для того, чтобы только экономить топливо. Да, это играет немалую роль, но что показывает статистика, не только в нашей компании, но везде, что водители, которые водят машины экономично, у кого хороший эко-бал, те делают и меньше ошибок на дороге, меньше столкновений. Я не говорю про большие аварии, я говорю про столкновения. Что это значит? Что водитель, ездивший на хорошем эко-бале, он предвидит ситуацию. Если ты едешь впереди, видишь, что что-то творится, кто-то на тормоз нажал, скапливается уже пробка, или съезд, или что-то другое, ты предвидишь ситуацию и думаешь, что делать. Может отпускать, может катиться, может уже надо нажимать на тормоз. С чего я начал? Я сам проходил лично эко-вождение в нашей академии, и это дало очень большую пользу. И что, какие я самые такие моменты забрал? Во-первых, это акселерация, но мне показалось, что самое важное, это использовать автопилот. Мы как раз едем сейчас на Volvo, которая имеет IC-систему и топографию видит 2 километра вперед. То же самое есть в Mercedes, как PCC-система, где видит топографию. И что я чувствую, она очень помогает. Но какую ошибку делает водитель, не дает круизу работать так, как он хочет. Потому что есть точно такие моменты, когда ты хочешь еще давать газу, но уже машина бросает нейтралку, и она катится в горку, сбрасывает скорость, и потом под горку начинает катиться. Да, бывает, что тебя начинает обгонять машины, может, ты кого-то, не могу сказать, что подрезаешь, но кто-то за тобой должен останавливаться. Такие случаи есть. Но надо терпение, надо ехать. Мне никто не моргал за то, что я проехал, никто не сигналил, никто никакие гесты не показывал. И вот первый день я проехал, Сергей, 65 баллов, второй день 98, сегодня у меня балл 88. Если взять там километраж, в среднем я в голде. Но моя цель точно как минимум в голде остаться, но и пойти платину. Так, акселерация, предвидение дороги вперед и пользование автопилотом. Для меня это три основные, как сказать, цели. Шершавой вам дороги, коллеги.